Старый террариум с новым наполнением. Дубль третий. Вот наш стенд выглядывает. Почему третий? Потому что два дубля я уже запорол. Один дубль запорол стен, на другой, к сожалению, я сам. Ну, что ж, что у нас изменилось в террариуме? Ну, для начала там была произведена влажная уборка. Полностью заменен грунт. Элементы декора изменили свое место. Минусом было то, что наш стен быстро растет. И потому его прежняя влажная камера уже была не такой вместительной. И в результате он устраивал небольшие локальные мохотрясения, когда пытался пролезть внутрь, чтобы охладиться. Поэтому, чтобы заменить камеру, я прикупил вот такой вот большой кусок пробкового дерева. Он достаточно объемный и занимает почти четверть террариума. Но основная прелесть этого пробкового дерева в том, что оно полое. Полое. С достаточно крупным дуплом для того, чтобы стен мог туда залезть и охлаждаться, когда ему вздумается. Дерево хорошо изолирует от света, и в случае чего он сможет легко выбраться из своего теплого места, залезть под дерево. Плюс там достаточно влажный, увлажнил его мхом. Буду периодически увлажнять его водой, что станет качественной заменой. Кроме того, если ему понравится дерево, он мог бы постоянно там находиться. Конечно, оно не такое узкое, как прежде, но на вырост на ближайшие 2, может быть, 3 месяца. Ну и, собственно, чтобы отметить наше приобретение и переселение, поскольку уже вечер-ночь, кормить сильно его не буду, но, тем не менее, попытаюсь угостить. На сей раз у нас в меню снова двухпятнистые свечки. На сей раз сильно сдобренные кальцием. Поэтому они имеют вот такой вот белесый цвет. Из-за того, что они хорошо опылены кальцием. Собственно, наш стен не собирается ждать. А один сверчок убежал. Поэтому мы его будем срочно ловить. Надеюсь, теперь он его нормально съест. Ну что ты. Падает. Ну все, подкрепился. Больше мы тебе сегодня ничего давать не будем. Так что забирайся-ка ты домой. Но, как всегда, он пойдет куда-нибудь в другое место. Куда-нибудь в узкие щели. Поэтому мы ему поможем. Как ни странно, здесь качество съемки гораздо лучше. Ну вот, наш ворон поужинал. Теперь может спокойно отдыхать.